Героям приграничной зоны посвящается. В стенах Дворца искусства Атамикен прошло мероприятие, посвященное памяти Раджана Батырханова. Военный во время службы на таджико-афганской границе совершил подвиг ценой собственной жизни. Все подробности далее. На дворе были лихие 90-е, когда воины-интернационалисты Казахстана несли службу на таджико-афганской границе. Отслеживание и ликвидация наркотрафика – дело, которое порой может обернуться трагедией. В один из конфликтов 19-летний Раджан Батырханов, поступивший в ряды пограничников сразу после школы, совершил настоящий подвиг. Он прикрывал своих товарищей по оружию, к сожалению, ценой собственной жизни. Истинный пример мужества должен быть запечатлен в памяти, в первую очередь подрастающего поколения. У нас прослужило там около 9 тысяч человек. И в период с 91 по 2021 год погибло около 43 человек. Некоторые из них, которые сейчас в данное время являются ветеранами также афганских боевых действий, имеют контузии, ранения и также инвалидность. Поэтому данное мероприятие направлено на исторические данные этого события, чтобы наша молодежь об этом знала и чувствовала свою ответственность перед защитой своей Родины. Конечно, к этому мероприятию пригласили всех будущих патриотов наших воинов, это учащихся со всех школ, гимназий, лицеев, которым очень приятно было видеть молодежь, которая видит подвиг и замечает то, что хотим создать такое мероприятие, чтобы была память о этом пограничье. Подвиг Раджана Батырханова вечен. Это подчеркнул во время выступления руководитель областного управления общественного развития. От имени главы региона он вручил благодарственные письма ветеранам-пограничникам. В эти дни по всей стране проходят такие мероприятия. Подвиг Раджана Батырханова и других героев-пограничников вечен. Ведь это пример мужества и патриотизма. Особенно сейчас это важно для подрастающего поколения казахстанцев. Ведь в их руках будущее страны. Главный посыл мероприятия – обращение к подрастающему поколению. Видя примеры любви к родине, молодежь тоже должна быть готова к патриотическим свершениям. Для школьников и студентов также прозвучали песни, посвященные мужеству и любви к своей стране. Алексей Кочемасов, Рустем Ищанов, Саид Самигула, Акжай Кокпарат.